то, чего все ждали. Мир, каким мы его знаем, скоро перестанет существовать. То, что предрекали аналитики. Первым накроется фондовый рынок. Потом экономика. Бум! Доллар. Бум! А потом такая свистопляска начнется. Война. Геноцид. Та-да-да-да-да-да-да! Бум! 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 И то, о чем никто не догадывался. Мы не сможем построить лучший мир без участия маркетологов. Они лучше всех знают, что нужно людям и какие ресурсы необходимо использовать. А как же строители, фермеры, банкиры? Без маркетологов они слепые котята. Если они действительно такие крутые, мы дадим им место на ковчеге. Окей. Уже началось. Вы те, на кого равняется отрасль. Украинские маркетологи должны вас знать в лицо. Watsons – это самый инновационный и эффективный маркетинг в ритейле. Набилочка гордится своим ребрендингом. Шоколад, да и в принципе кондитерские изделия – это то, что способно подарить людям радость. И мы счастливы заниматься этим каждый день. Чернігівське – це найпопулярніше пиво в Україні та улюблений бренд футбольних фанатів. Ми не стремимося бути першими. Мы искренне хотим помочь потребителям. А вы умеете делать такой маркетинг, который позволяет бренду, которому уже 126 лет, и последние 10 лет остался брендом номер один в мире. Друзья, как без киевского завода шампанских вин Новый год исчезнет? Нам нужен маркетинг с человеческим лицом, даже если это мортопанк. Хорошо. 8 человек утвердили, осталось найти еще 92. Создадим список топ-100 украинских маркетологов. Пока тебя нет в этом списке, ты не можешь спать спокойно. MMR X-Ray. Топ-100 украинских маркетологов. 15 ноября. 18:30. Не зевай, малый. X-Ray уже близко.